Сотрудниками полиции пресечен канал поступления в нашу область немаркированной алкогольной продукции. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД России по Кировской области задержали 38-летнего кировчанина. Он подозревается в незаконной перевозке, хранении и сбытии немаркированной алкогольной продукции. Он был задержан во время разгрузки товара. Общий объем партии составлял 4000 бутылок. Водка – это известных марок, однако акцизные марки на ней поддельные. Уже установлено, что приобретение осуществлялось в Московской области. Каждая бутылка покупалась там за 35 рублей, а здесь, в Кирове, реализовалась за 130 рублей. В настоящее время вся продукция направлена на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции устанавливают места сбыта контрафакта. Полностью.